Ой, здрасте! Приветствую вас на нашем канале. Я тут немножко занималась томатами, и вы тут подглядели, чем я тут занимаюсь. Сегодня я вам хотела рассказать как раз о вот этом томате, около которого мы находимся. Это сорт Никитка. Давайте же познакомимся с ним чуть-чуть поближе. Сорт Никитка – это сорт селекции агрофирмы «Семена Алтая». Он очень необычный. А необычен он тем, что это индетерминантный томат, очень высокий, даже немного выше меня. И на протяжении всего растения, всего стебля, созревают томаты постепенно, но при этом он раннеспелый. Потому что нижние томаты уже давно спелые, мы их собрали. Потом идет середина, а верхние еще совсем зеленые, есть даже совсем небольшие. Но не бойтесь, эти томаты тоже вызреют, потому что он очень устойчив к болезням. В прошлом году, где-то уже в октябре, в теплице, когда мы сюда заходили, видели, что сорт Никитка стоял абсолютно спокойно, ему не страшен был фузариоз, какие-то черные плесень, гниль, вообще ничего. И он спел прям до победного, пока совсем не лег снег. Поэтому этот сорт интересен тем, что он очень рано созревает, но при этом очень долго созревает, очень долго радует нас своим урожаем. Плоды томата Никитка цилиндрической формы, такой желто-оранжевой окраски, они очень приятные на ощупь, такие немножечко как бархатистые, идеально просто подходят для засолки. Вы, кстати, спрашивали у нас об томатах, которые подходят для маринования, засолки, консервирования. Вот это как раз один из таких томатов. Потому что средняя масса плодов около 60 грамм, отдельные достигают 250. Это те, которые находятся у нас посередине, либо вот ближе к нижней части, которые созревают в начале лета. Ну, не в начале, получается, в начале созревания томатов. Это где-то в конце июля в условиях Сибири и в августе. Давайте сорвем какой-нибудь томат, посмотрим, какой он внутри, и попробуем его обязательно на вкус. Так, выберем сейчас томат какой-нибудь. А вот такой средненький. И пойдем пробовать. Для начала, по традиции, давайте взвесим наши томаты и узнаем, какова же их средняя масса. Давайте сначала один. Ого, 125 грамм. И второй. 101 грамм. Да это гораздо больше, чем средняя масса, о которой я вам говорила, 60 грамм. Но в этом году это именно средний размер. А теперь режем. Режем, как обычно, сначала вдоль, а затем поперек. О, красотища. Просто красотища. Посмотрите, тоже какая сахаристая мякоть. Не очень большие семенные камеры, крупные довольно стенки, толстые. И у него такая плотная достаточно кожица, которая будет очень хороша. При том, когда вы будете мариновать, заливать горячей водой, она не потрескается. Блин, красиво, мне нравится. Давайте теперь попробуем наш томат и сначала попробуем аромат. Он... Не сказать, что прям ярко томатный, скорее фруктовый, очень приятный. Сейчас отрежем кусочек и немного попробуем. Даже еще не успев его пожевать, просто положив на язык, удивительно, насколько он сладкий. Он такой кисло-сладкий, скорее как фрукт. Да действительно, он такой фруктовый очень. И мне кажется, его будет идеально даже не салат использовать, а есть прям вот так, мыть, разрезать и есть. Тем более они небольшого такого размера. Дорогие друзья, сегодня мы вам рассказали о еще одном сорте томатов, который называется Никитка. Пробуйте выращивать его на своем участке, он обязательно вас порадует обильным урожаем и очень вкусными томатами. Всем до встречи, оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал.